Здравствуйте! Китай продолжает оставаться ведущей страной, производителем золота в мире. Подсчеты провели во Всемирном золотом совете, пишет портал investing.com. Согласно отчету, мировое производство золота составило 3646 метрических тонн. Аналитики связывают этот рост в основном с существенным увеличением добычи золота в Южной Африке, Колумбии и Узбекистане. Китай увеличил производство золота до 378 метрических тонн. Это закрепило за Китаем статус производителя золота номер один, опередив Россию с ее показателем 322 метрические тонны. Несмотря на то, что юань еще не достигла своего пикового исторического уровня, как крупнейший производитель золота в мире, она увеличила производство золота по сравнению с предыдущим годом, отмечают аналитики. В 1993 году Южноафриканская республика была доминирующим производителем золота в мире, обеспечивая треть от общего объема мирового производства. В настоящее время ее доля составляет всего около 3%.